Пожить в дачном домике. Я хочу стать пионером для какой-нибудь бабушки, помогать ей по огороду, чтобы жить у нее. Если у вас есть такая бабушка, пожалуйста, напишите ей мои контакты. Ой. Вероятно, у меня уже вошло в привычку то, что я записываю что-то, пока собираюсь. Сегодня 12 июня. И пока я собираюсь, и мои волосы немножечко сохнут, я решила еще раз распаковать все свои подарки. И мне показалось, что это будет здорово, если я зафиксирую все это на камеру. Первое, что я хочу показать, это... Как это называется? Карта желаний? Как-то она по-другому называется. Ну, в общем, карту желаний, которую я сделала на своей вечеринке. Тут есть надпись «Ей некуда девать столько денег». Я в целом прочитала только ее, но дальше не прочитала. И когда я уже наклеила эту надпись, я увидела, что до этого пара новых чулок была пределами мечтаний и напредложила деньги родителям. Хотелось бы оставить деньги у меня, конечно. Но ладно, пусть будет. Дальше. Красивые мужчина и женщина. Яркие впечатления каждый день. Путешествия. Здоровое питание. Я на всякий случай тут подписала, потому что я знаю, как действует, когда ты просишь что-то у жизни, тебе в целом дает тоже то, что ты хочешь, но не всегда так, как ты хочешь, и не всегда картинки соответствуют действительности. Например, если бы жизнь увидела, что я наклеила сюда яичницу, возможно, у меня из еды были бы только яйца. Хотелось бы мне этого? Нет. Вот. Попрошу. Классный дом. Нужно подписать, потому что мне могли бы подарить огромный холодный замок где-нибудь, неизвестно где, который мне не нужен. Вот. Счастливую семью. Не спрашивайте, почему здесь двое детей, более подходящей картинки я не нашла. Тачку и права, ну тут все понятно. Дальше, old money, гардероб, это то, к чему я стремлюсь. И мне очень понравилась эта фраза, создан вдохновлять на новое достижение. Вообще, это про меня. Пока поставим ее здесь. Если честно, первый подарок я уже использую. Я живу по правилу, что можно создавать виш-лист. И тогда твои друзья будут дарить тебе то, что ты хочешь, и также они не будут сами заниматься выбором. Они будут выбирать уже из выбранного. Я очень люблю тапки, если честно. И я купила себе резиновые такие, очень стильные. Спасибо. Так, ну, наверное, хорошо. Такие стильные, да? Блин, если меня теперь плохо видно... Ну, это уже я буду грустить потом. И мне захотелось какие-то минималистичные, женственные тапули. И поэтому Люба подарила мне из магазина Para Home вот такие вот прекрасные бархатные тяги. Вот. Я знаю, что бархатные тяги это не про обувь, но, собственно, почему бы и нет. Некоторые из моих друзей не поняли, что в виш-листе всегда есть ссылки. Вообще, если вы не составляете виш-лист на все праздники, то это упущение. Потому что вы можете получить вещь, которую вы не хотите, и друзья, и вы расстроитесь. Поэтому, что вы делаете? Берете, не знаю, где угодно, в заметках, в специально отведенном приложении. Составляете виш-лист на все цены, начиная там от одной суммы, заканчивая другой, чтобы человек мог выбрать из чего-то бюджетного, из чего-то дорогого, из разных категорий. И прикрепляете ссылки, чтобы они сразу же могли это купить и не искали это по городу. И все. Следующее. Я обожаю кофе. Я обожаю спешлти кофе. И здесь
смесь. Кофейня и смесь. Блин, вот пахнет просто. Вот это отверстие просто. Очень вообще советую. Супер. Я уже пила такой кофе. Это восхитительно. Следующее. Это мне подарила дама Кристина. Я уже этим воспользовалась. Это какое-то удивительное масло для волос от фирмы Ladore. Это азиатская какая-то фирма. Парфюмированное масло для волос. Вот, выглядит оно вот так вот. Я не знаю, где она это покупала. Этого не было в моем виш-листе. Но это определенно мне нужно. Я очень люблю масла, но я никогда... не покупала азиатские масла. Если честно, я вообще не видела каких-то особых прикольных штук именно для волос, обычно для лица и для тела. Но это очень круто. А следующий подарок. Я забыла от кого. Либо от Кристины, либо от Алины. Это Харуки Мураками. У меня несколько его книг. И я потихоньку начала собирать именно вот эту серию, потому что мне нравится серия в твердом переплете. Она из моего виш-листа, я ее хотела. Я сейчас прочитаю описание. Если вы не хотите его слушать, перемотайте на 30 секунд вперед. «Мужчина без женщин». В самом названии сборника заключен мотив и ключевая идея всех новелл, его входящих. Главные герои – мужчины. Те, кого по самым разным обстоятельствам покинули женщины. Те, кто потерял любовь всей своей жизни. И не добился таковой. Профессор Токийского университета Мицуюси Нумана написала сборники так. «После прочтения в подсознании остается блюзовая тоска о невозможности женщинам и мужчинам, пусть даже самым близким, понять души друг друга до конца». Современные люди, потерявшие веру в богов и собственное предназначение, развили в себе так называемый орган одиночества, помогающий им брать даже тем, кого любишь всем сердцем. И избавиться от этого продукта душевной мутации уже просто не в состоянии. Очень. Ай, как вкусно. Мне нужен парфюм с запахом книг. Просто. Не предназначено для детей и подростков. Ну, конечно. Я уверена, что куча подростков читает. «Благословение небожителя» — это наклейки по новелле китайской. Очень крутые. У меня очень долго лежала карточка с этой парой в чехле телефона. И сейчас я куда-нибудь, наверное, на свой личный ежедневник наклею эти наклейки. Первое, с чего я начну показ, это карточка. Не знаю почему, если вы когда-нибудь читали эту новеллу, то вы наверняка в курсе, что любая рисовка по этой новелле, она какая-то, не знаю, всратая, не похожая. В общем, теперь у меня есть карточка для моего нового чехла с похожими героями. Так. И дальше просто супер красивые арты. Мне кажется, это очень тяжело найти, потому что они похожи здесь. Столько непохожих артов. Я обклею стену. Ой, это, кстати, на почту. Какие у них красивые почтовые открытки внутри. Возможно, это только здесь так. Блин, ну просто. Еще у меня есть бабочки, заколки бабочки. Я искала эти заколки достаточно долго. Мы их увидели на азиатском фестивале, но они не продавались. И я никак не могла их заказать. Блин, да чего красивые открытки. С ума сойти. Вот этот арт я очень люблю. Мне просто нужен свой хуачен. Я что, многого прошу? Наклеечки маленькие. Я просто на дне рождения не успела все рассмотреть. Ну что вообще не могу за... Этот старт, он меня убивает. Поэтому рассмотрю все с вами. Закладка для книг. О, господи, я не с китайскими фонариками тут. Хочу на их фестиваль. И просто какая-то сумасшедшая открытка. Очень красивая. Я ее повешу на стену 100% за рабочий стол. Она была как-то супер красиво оформлена. Я не знаю, где такое можно купить. Я вообще люблю все такое красивое. Оно не несет какого-то прям особого смысла. Но было оформлено вот такой вот конверт. И выглядело вот так вот. Еще Алина безумно мило называет меня френдом.
Это так забавно. Френда, это очень круто, мне очень нравится. Алина, большое спасибо. Я еще раз буду сидеть и рассматривать это все 10 тысяч лет. Вот на этом плакате они уже не похожи, и они не такие восхитительные, но... Ну ладно. Ну ладно, так уж и быть. Так. Ой, ну вот это уже, да, вот это уже... Вот это уже для меня. Лисянь и прочее. Бабочки эти, и его красный наряд, и его, ну, просто пусть кто-то так же смотрит на меня, пожалуйста. Я много прошу. Тут тоже закладочки, сертификат магазина азиатской косметики. Это всегда нужно. Это всегда нужно мне. Так, идем дальше. Продолжаем подарок Кристины. У нас еще есть... Как вот это называется? Ну, это палочки же, да? Благовоние, точно, благовоние. Кстати, такое красивое слово – благовоние. Благовоние. Очень красиво. Пряные травы, цитрусовый жасмин, зеленый чай, пудры сандал, белый мускус. Блин, пахнет очень вкусно. Чтобы зажечь подарок Кристины, я буду использовать подарок от женщины Любавы. Просто посмотрите. Я искренне надеюсь, что запись идет, потому что если нет, мне будет очень обидно. Так, я забыла... Ой, пахнет странно. Очень вкусно пахнет. А, здесь какой-то белый порошок. Блин, Люба, прости, пожалуйста. Мне Люба объяснила, как все это работает. Но я забыла, если честно. В общем, тут белый порошок. И если честно, вот для тупых нужна инструкция. Это безумно, ой, красиво, но безумно непонятно. В общем, это набор по типу благовоний, но какой-то другой. То есть здесь тоже что-то нужно делать, поджигать как-то порошки. Вот что это? С дырочкой. Для чего это? Где-то сюда как-то кладется. Тут у меня есть очень красивые ложки. Если я не... Ну, если честно, из всего этого набора я знаю только спички. И очень плохо, что здесь нет инструкции. Нет, я, конечно же, погуглю. Безусловно. Блин. Ну, посмотрите. Я даже я не знаю, для чего. Наверное, это палочка, чтобы помешивать как-то. Тут есть специальное отверстие для этих палочек. Какая-то ложечка. Супер. Супер. Блин, она такая тяжелая. Мне кажется, ей по башке можно ударить и сотрясение получить. Так. И еще какая-то такая вот, как будто бы что-то зачерпывающая ложечка. Ее, кстати, непонятно, куда вставить. А, наверное, сюда же. Да. Блин, ничего не ясно. Ничего не понятно. Оп. И вот тут сами ароматы. Они... Не сыплется. Они ничем не пахнут, если их открыть просто. Я уже это проверила. Но если их поджечь, они должны пахнуть очень вкусно. И вот вещь, которую я все-таки знаю, это спички. Люба, спасибо. Надеюсь, я разберусь. Так, 10 секунд. Раз. Он должен тухнуть. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, я сейчас призову кого-нибудь. Ой, ой. Все нормально, все нормально. Ой, я уже чувствую аромат. Наверное, потому что я сижу прямо над ней. Так. Пока что оставим это вот здесь вот. Пусть оно пахнет. Благовоние и набор для благовоний тоже. Это не из моего виш-листа, и это очень круто, мне очень понравилось. Зонт, очень практичный подарок, просто мне нужен зонт. Ну супер, ну супер. Из моего виш-листа вот такая вот пара. Я хожу в Лючию, и там у них всякие... цветастые чашки,
цветастая посуда, очень красивая. И мне захотелось тоже какую-то необычную чайную пару, потому что у меня очень минималистичные чашки. Вот, чтобы утром пить кофе, утром пить чаёк из очень красивой чайной пары. И для того, чтобы что-то пить, дрип-пакеты, я буду их заваривать в своих огромных чашках и переливать в эту красивую тару. И уже знакомые дрип-пакеты, они вкусные. Вот такой вот милый букетик, я его уже разобрала. Ой. Ой. И вот такой чудесный букет от Юли с гвоздичками и ромашками. Очень летний, очень красивый. Все, я во всех ароматах, у меня тут кофе, у меня тут благовония. Еще у нас есть маска, это тоже от Кристин, тоже корейская. С тройным эффектом расслабления, смягчения и свежесть. Ну, если честно, я не очень поддерживаю маски, которые тканевые. Давайте мы с вами сделаем масочку. Если честно, день рождения прошел очень спокойно, очень легко. Я такое люблю. Правда, я опоздала на свой же день рождения. Вот девочки очень вежливо и любезно помогли мне подготовиться. Мы пили безалкогольное шампанское. Делали картину желаний. Доску желаний. Да. Вот. И просто болтали, слушали разные песни. Если честно, мы начали с Weekend и начали с Lana Del Rey, но закончили не ушей. Я думаю, каждая уважающая женщина себя должна слушать не ушу в свой день рождения. О, ой, как это приятно. Ой, все. Да, расслабление точно. Тогда в таком вот виде я расскажу про сам день рождения. Он был в особняке какого-то века. Я просто забыла, какого. В Ярославле. Моя цель была сделать что-то такое летнее. Что-то очень легкое. Поставить вот эти вот цветы в середину стола. Купить безалкогольное шампанское. Стеклянные бокалы. Мы использовали большие тарелки, куда все это разложили. И сели просматривать журналы. И мы 2 часа сидели, вырезали, просто болтали. И затем покушали. И в целом во время всего дня рождения кушали. Обсуждали, смеялись. И рассказала 1000 забавных ситуаций из Москвы. Да. Вот. Отправили все подарки домой. И пошли в кота, в кофе он твой, пить кофе и кушать их новое обновленное меню какое-то добавленное. Я взяла себе сэндвич с сыром, песто и клубникой. Господи, это очень вкусно. Очень вкусное сочетание песто и клубники. И мы гуляли по набережной. Это очень необычно, потому что мы чувствовали, как будто бы мы на дне города. Либо так город подготовился к моему дню рождения, конечно, я не знаю. Вот, но все было очень празднично, играла музыка живая постоянно. И мы попробовали чурос. Не уроните. Они упали. Давайте я буду пробовать. Давай, первое. Возьмем эту маленькую. Так, блин. Чурос с пылу жару. Давай, щелкнемся. Cheers. Не, ну пудру они, конечно, не пощадили. Все-таки невкусно. Ну, вкусно. Пудра добавляет сладость, потому что сами они вкусные. Сами они не очень сладкие, а пудра она дает сладость. Обычно тесто масляное, да? Не, это вкусно. Но... Или ты пытаешься оправдаться, что это вкусно? Не, потому вкусно. Что ты заплатила. Если честно, нас наманила на это Кристина. Она год назад нам рассказывала очень вкусно про эти палочки, и выяснилось, что она тоже их никогда не ела. Мы такие, как ты могла мне нам про них рассказывать, если ты ни разу их не ела? Ничего себе. Ну, вкусно, прикольно.
Да, так я хочу сказать по этому поводу. Жирненько. Чувствуется сладость пудры. Масляно. Но вкусно, прикольно. Купили бы еще раз. Да, и тоже пустые, без всего. А вот я бы купила бы с соусом. С сырным. Из горчицы. Балет? Учишься балета, Поттер? Из нового интересного опыта мы в студии на фотосъемке. Не знаю, это такой необычный и интересный опыт, потому что у меня никогда особо не было профессиональных съемок, очень редко. Помню, случайно оказалась моделью, и все. Зачастую меня фотографировали мои друзья, и это не было прям какой-то специальной задумкой, но я всегда хотела заниматься этим. И если честно, то буквально позавчера думала о том, что как будет здорово, если я вылечу кожу, поправлю свое здоровье, поправлю ногу и смогу пойти в модельную школу. Вот. Мне очень хочется, я очень хочу научиться ходить на каблуках. И чувствовать себя увереннее в кадре. Возможно, знать какие-то фишки интересные. И дальше уже применять этот опыт. Не для профессиональной карьеры, а для себя. Мне просто это интересно. Только я не хочу, чтобы ты была как зализанная. Ну, я поняла, да. Только... Можно тебе делать? Можно тебе. Сейчас аромат шампуня распылился. Господи, я так странно выгляжу, как будто бы на планете, а без чёлки, непривычно-то. Такой необычный опыт. Я уже очень сильно жду фотосессии, кадры. Как вы поняли, я на этом намочили. Я впервые фотографировалась в открытой одежде. Это танго? Кристина позвала меня на пикник в Некрасовское. Чтобы вы понимали, неудачность моей жизни. У меня полглаз с воспалением. Второй тоже. У меня воспаление губы.
Я сказала Кристине, что не хватает только, чтобы у меня заболела попа. Сейчас буду сидеть. Есть вафлю, которую приготовила Кристина. Выглядит вот так вот. Там кинза, лучок и смесь каких-то приправ. И буду рассказывать вам про комнату Джованни. Это книга, которую я прочитала. Думаю, что я обязательно вставлю чуть позже кадры из книжного клуба. Очень вкусно. Балдеж. Комната Джованни. Безумно прекрасная книга. Это самая красивая книга, которую я прочитала за последнее время. Слог, который есть в этой книге, бежит. Просто представила, что я бегу в рекламе. Как Белла из «Сумерек». Присаживайтесь. Как там? Там была огромная яма. Я рассказываю здесь про комнату Джованни. Делюсь о том, что это самая прекрасная книга. Так что ты тут про муфер, конечно. Подожди. Мне еще отдышка. Надо подождать немножко. Давай, ждем немножко. Попей, попей. Ой, цветочек. Я долго бежала. Я все-таки дошла до того леса. Я не смотрела по сторонам. Но я дошла, тебе говорю об этом. Ладно, говори. Я тут чуть-чуть попортила. В общем, комната Джованни. Книга про любовь, казалось бы, двух мужчин, которые оказались в Париже. И на самом деле меня безумно раздражали все герои, которые там были. Меня раздражало все их существование, весь их смысл, все их фразы, все их диалоги. И у меня был определенный цвет закладки для того, чтобы выделять, что меня раздражает. У меня закончилась эта закладка. В итоге мне пришлось использовать еще один цвет для помечания раздражающих вещей. У меня закончилась и эта закладка. В итоге у меня закончилось 3 цвета. Интересный факт. Автор, он темнокожий. Он рос у отчима священника. И он гей. Мы сошли с Кристиной на том, что это прекрасная комбо. Да. Самое лучшее, которое может быть в жизни темнокожего гея не в том времени. АСМР. Это теперь твоя любимая книга? Да, я думаю, да. Ну, по крайней мере, сейчас да. До этого у меня была любимая книга «Коллекционер». Подумала про помидоры там. Да. «Жареные зеленые помидоры» и «Мой любимый спутник». И потом где-нибудь там «Яма Куприна» случайно затесалась бы. Ну так, так как это настроение такое поганое. Настроение, прочитай про проституток. Раз, два, три. Oh, ого! My God. Ничего себе. Прям так решила основательно воспользоваться. Ладно. Я справлюсь. Блин, я потеряла телефон. Клип. Сейчас будет клип. Давай, Полин. Ложись. Ну, не бойся, ничего тебе никто не сделает. Там сейчас переходик такой. Полина! Просто встает, у меня майка вся грязная. Нет, ты просто... Ну, хотя бы стоит того. Не знаю, посмотришь. Лучше.
Хозяин. Кто в доме кто хозяин? Там? О, ты смотрела, кстати, классно, это русский тоже. Вот про... Камерон Диас. Камерон Диас, слушай. 8 в одном. Кто мог такое... Ангелы Чарли. Смотрела? Я смотрела. И первую, и вторую. Очень и ванильную штучка. Смотрела. Запах, конечно, тоже очень соответствующий. Зашли, значит, за товар не подошел. Уходим. Местный супермаркет. Мы приехали к Тане в гости. Таня. Вот эта красотка, которая в этот раз нас повела даже не на кладбище. Могу на кладбище. Нет, пока не надо. Пока не стоит. Пока рано. Полина, ты это выложишь в свой блог? Ты можешь порассказывать. Да, Таня обычно, когда нас гуляет, показывает нам покойников. Возможно, мы тоже идем по покойникам. Возможно. Он там писает Джексон. Джексон? Ну ладно. Я думала, это не меня. А вот это не писает Полина. Смотрите, я как будто оделась специально для этого поля. Особенно на ноги посмотрите. Да, мы забирались по гравию. Это гравий был? Да, это был гравий. А вот и Джексон. И да. Красивая попа его. Тут все. Вот мы пришли вон оттуда. Вон оттуда. Где все. Вообще все. Все желтое. Вон они там идут. С Джексоном. Такая милая собака. Вообще, я обожаю поля, обожаю природу. И мы только что узнали, что это горчица. Прикиньте. Вот так вот. Ой, кто, какой ты счастливый, бежишь. Да? Всех собак потрогал. Всех собак, скажи мне. Да, ты мой маленький. Ну, да, всех собак. Ой. Да, стоим и ждем. Джексон, только чур, потом не пукать. По возможности, да, если получится. Это тоже чил и релакс. Сидим на улице перед яблоней. Очень спокойно, никого нет, если честно. Дальше планируем пересесть вот за вот этот столик и наслаждаться. Наслаждаться и еще раз наслаждаться. Ну что ж, новая часть. Ой, блин, такой вид красивый. Вообще с ума сойти. Хочешь сесть сюда? Да нет, я пока на Анину посела снимать. А я хочу рассказать, что мы приехали в Тулушну. Укус комара. И сейчас у нас здесь будет нежный клуб. Мы ждем последнюю участницу. Очень счастливо. Пьем, кушаем. Воскресенье. Если честно, я очень люблю это место. Я здесь уже не первый раз, и каждый раз классно. Я ни разу сюда не приезжала, чтобы мне было плохо. И здесь каждый раз интересно. Хочется как-то сюда приехать рано-рано утром с книгой и просто наслаждаться весь день. Позавтракать, пообедать, позагорать, поплавать на сапах. Утром выпить кофе и дальше провести день с бокалом Апероль. Я приехала на дачу, чтобы отдохнуть немножко от хобби, от жизни, от работы, от всего. Вот. Ничего не делать,
особо не заходить никуда, ни с кем не общаться. Такой у меня небольшой детокс. Вот, приехала сюда с мамой. И все, что я здесь делаю, это ем, сплю и читаю книжки. Сейчас я вот тут сижу у букетиков жасмина под козырьком. Пью чай. Я сидела, сейчас наслаждалась дождем. Сзади меня летняя веранда, где все завтракают, обедают и ужинают. Здесь вот такой вот кот. Я его уже нагладила. Хорошо. И очень спокойно. Ехали на выставку, на постоянную. Я, конечно, на нее уже была, и даже не один раз. Но картины Шишкина и Васовского. Каждый раз, как в первый. Забавно, кстати, что они даже приезжали в Ярославль, и я и в Ярославле на них сходила. Вот сейчас на втором этаже. Он, конечно, меня не так впечатляет, как нижний. Но отсюда открывается очень красивый вид на набережную. Огромная прелесть дачного отдыха. О, это баня. Я безумно люблю баню, парилку, бочки. Вообще все, что связано с перепадом температур. Особенно выйти после бани и обкатиться ледяной водой. Мне кажется, это было придумано где-то в раю. Я вот сейчас сижу в предбаннике. Подходит к концу мой отпуск. Осталось здесь еще 2 дня. Рассказ со своего места. Мой последний день здесь. Так хорошо. Мозг так отдохнул. Я обожаю такой отдых. Это такая сильная разгрузка для тела, для глаз, для разума.
По сути, я здесь просто дышала свежим воздухом, читала. Я прочитала Лолиту, кушала, причем в большинстве своем домашнюю еду, собственно, выращенную, свои грибы, овощи, зелень, фрукты, виноград даже свой. И гуляла. Занималась спортом на улице, делала разминку. Парилась в бане 2 раза. Контрастный душ. Холодная горячая вода. Просто смотрела на природу. Сейчас я поужинала свежими грибами, приготовленными. Это так странно. Вот был гриб в лесу, а сегодня я его уже съела. Здесь даже дышится иначе. Люблю этот вид из окна. Забор, деревянный дом и дерево. Наверное, дольше недели. Хотела бы я сказать сейчас, я бы здесь не смогла быть. Но я уверена, что я и 2 недели здесь отлично бы провела. И еще, наверное, хотелось бы полностью отключиться от сети вообще. Никому не звонить, не писать, ничего не проверять. Но я все равно заходила в сеть, кому-то отвечала на сообщения, проверяла, как дела на работе. Не скажу, что много, и не скажу, что я как-то устала от этого, но хотелось бы полностью уйти от сети. Я восстановила режим сна. Так странно ложиться в 10 и вставать в 9. И даже раньше. Но я просыпалась и еще примерно 1 час или даже 1.5 валялась в кровать. Просто ничего не делала. Не знаю, что еще рассказать. Такие мысли туманные, такое полное расслабление, что даже формулируется как-то тяжело. Хотя столько событий произошло. Казалось бы, незначительных, но здесь это прям события. Так странно, вот есть же звук природы, который часто используется в медитациях, потому что он успокаивает дыхание, успокаивает биение сердца, он не ритмичный, он плавный. И вот когда ты здесь слышишь этот звук постоянно, то ты постоянно в каком-то расслаблении. Я даже пока еще не соскучилась по бешеному ритму города. Мне все нравится. Представляю, как я в какой-нибудь, не знаю, своей старости, может быть, тоже сижу где-нибудь в своем доме, кайфую. Муха залетела ко мне. Пошла я досматривать «Голодные игры». Безумно люблю этот фильм. Каждый год его пересматриваю, даже, может быть, 2 раза в год. И каждый раз удивляюсь этому фильму, насколько он актуален и сейчас. Или сейчас пописать в дневнике. Mm-hmm.